Друзья, начинаю знакомить вас с солистами City Music Band. Михаил Курильчик, труба. И Алексей Духнов, туба. Нередко играет с нами на гитаре, как вы могли заметить. Итак, у нас будут новые интересные проекты уже этой осенью. И, конечно, я вам о них расскажу. Но сейчас, удобное ли время для вас самоизоляции? Удобно, нравится? Вполне. Время познания, говорят. Давайте узнаем что-нибудь новое от наших ребят. У вас была интересная беседа? Да. Да? Да. Точно? Точно. Ладно, давайте рискнем послушать. Миша, вот скажи, ты часто выступаешь перед самой разной публикой, перед людьми разных возрастов, профессий, также общаешься с иностранцами. Как ты думаешь, вот если спросить у обычного слушателя, необремененного музыкальной профессией, какой музыкальный символ, ну скажем, США? Джаз, Леша. Конечно, джаз. Имен много, но именно джаз. Да, я тоже так думал. Ладно. Тогда давай возьмем Францию. Какой музыкальный символ Франции? Сын, романтик, шансон. Ладно, тогда музыкальный символ Великобритании. Конечно, Битлз. Да, Битлз. Согласен. Ладно, возьмем что-нибудь посложнее. Например, музыкальный символ Швеции. Абба. Да. А вот это? Ну-ка. Конечно, это музыкальный символ Италии, Адриано Челентано. Ладно, а теперь давай про Россию. Как ты думаешь, у нас так много всего, что можно было бы выбрать символом России, музыкальным символом России? Ну что, даже не что, а кого? Это, конечно же, Петр Ильич Чайковский, и любой тебе скажет, и иностранец, и наши люди, музыканты, и просто рядовые меломаны. Это Чайковский. Пожалуй, да. Наверное, да, я соглашусь. Петр Ильич Чайковский – это наше все. Уже 150 лет Петр Ильич Чайковский знаменит, любим всеми, его слушают во всех странах мира. Популярен невероятно. И мы отмечали 180 лет со дня его рождения. И сейчас мы исполним новую композицию в аранжировке Ирины Вакуленко на тему «Адажио маэстоза» из балета «Щелкунчик». Давайте послушаем. Давайте. А давайте сыграем лучше. Давайте лучше сыграем. А вы послушайте.